Ребят, они еще очень горячие. Я не знаю, приготовилась это или нет. Вроде да. Не поверите, сейчас, ну вот, все раскладываю, чтобы снимать. И по классике животные начинают беситься. Слышите? Я не знаю, как они это чувствуют. Чарли! Ребята, друзья, всем привет! Всех с наступившим 2022 годом. Желаю счастья, здоровья, любви. Давайте приступим. Смотрите, что у меня сегодня есть. Это ребра. Еще горячие. Я их только... Горячие. Только-только я достала их из духовки. Ребят, волнение просто меня переполняет. Как это получилось на вкус? Потому что делала я это сама. Первый раз. Ребра я раньше вот так вот никогда не мариновала. Я думаю, что вы насладились ими. Теперь наслаждайтесь мной. Давайте начнем. Ну что, приступим. Ребят, вот так это выглядит. Ну, вполне ничего. Кому интересен рецепт, пишите. И я его оставлю в описании. Пока непонятно. Я жую краешки. Как это будет? Мой вкус. Уже вкусно. Горячо. Получилось вкусно. Ой, слушайте, хорошо получилось. Я их держала в духовке где-то час. Ребят, ну как вы помните, в прошлом видео я клялась, божилась снять влог. Меня и моя сестра Маша просила снять. Но я, может быть, здесь ставлю чисто ради прикола. Всем привет, мы едем в аэропорт. Как всегда, опаздываем, приезжаем за 15 минут до закрытия регистрации. Аня уже в аэропорту. Та-да-та-да! О май гад, извините, я не вижу всей этой красоты. Такая... Блин, видны верхушки, да, вот белые? Видны, не видны. А как? Что я там наснимала? В горах я не снимала вообще ничего. Ну, просто потому, что я... типа хотела отдыхать. Знаете, в ресторанах бывают ребрышки, прям вот они, типа, вот прям они... Ну как, тянутся, ой, так они, знаете, рвутся. А если не прям так, но тоже очень вкусно. Они мягкие. У меня был этот рецепт в планах уже не знаю сколько. Короче,
в горах. В горах я просто каталась, отдыхала. Не было охоты делать вообще ничего. Я попыталась снять влог, когда мы только выехали. Я его снимала, когда мы ехали в аэропорт. И по итогу на этом все и закончилось. Почему? Ну, во-первых, знаете, когда... Сейчас. Фух. Отрезала. Смотрите. Ребят, ну, в общем, почему я не снимала? Во-первых, когда ты едешь с компанией, и никто ничего не снимает, все просто отдыхают, ты чувствуешь себя, как, знаете, не в своей тарелке. Типа занимаешься какой-то фигней. Во-вторых, мне кажется, для моего влога мне надо ехать одной и чисто разговаривать с камерой. Хотя бы в первый раз. Ребят, мясо мариновало 2 дня. Хочу водички. Коук. Короче. И как-то, блин, короче, не пошло. Не пошло, но, как вы знаете, я тоже очень много люблю позагоняться. И как бы неудивительно, что не пошло, да? Вот, ну, короче, надо попробовать этот формат, потому что я понимаю, что чисто мукбанги, да, вот только мукбанги, мне уже чуть скучновато снимать. Как мы отдохнули? Смотрите. Отдохнули мы чудесно. Покатались. Поехали домой. Погода была супер, ребят. Кто хочет ехать отдыхать в Сочи на горнолыжку, рассмотрите вот начало сезона перед Новым годом. Вообще не было людей. Вкусно. Не было людей. Трасса свободная. Мы в очереди на подъемник вообще не стояли. Ребят, я потихоньку начинаю уже все наедаться этими ребрами. Ну, получилось неплохо на... Думаю, что на 3 из 5. Наверное, их можно было еще чуть больше передержать, но тогда бы они пересушились.
Ну, видите, косточки отходят легко. Но прям вот такого, что оно распадается, нет. Ну, вкусно. Если у вас есть рецепт какой-нибудь хороший, пишите, приготовим. Но уже, наверное, не два, а одну. Либо по разным рецептам. Одно ребро так, второе так. Сейчас я очень люблю смотреть блогеров, которые переехали из России куда-либо. Это вообще моя любимая тема. Ну, во-первых, потому что мне самой было бы интересно где-то пожить в другом месте. Вот, и... ну, и в целом это интересные люди, которые, да, вот смогли, переехали, не побоялись. И у них, ну, есть какая-то, знаете, цель. Это... Ну, таких людей смотреть интересно. Вот, и я хотела тут... Хотела заполнить заявку на грин-карту. Я периодически хочу это сделать... Вот, но там же ее, по-моему, только ты месяц можешь заполнять. Ну, там сколько, 2 месяца. Не в течение года. И я посмотрела, когда можно заполнить новую заявку на выигрыш. Ребят, запоминайте. Заявки принимаются с 30 сентября по 1 ноября, что ли. Там ее достаточно сложно заполнить, там какая-то сложная анкета. Но думаю, что в этом году я попытаю удачу и заполню. Надеюсь, не забуду. Хотя, наверное, переехать из России многие, да, желают. Но... Россия отличная страна для жизни. Все магазины круглосуточные. Доставку можешь заказать себе, не знаю, хоть в 12 ночи. За какие-нибудь, да, там 100 рублей. Поэтому это отличная страна. Но хочется, конечно, попробовать где-то пожить. Это прям, знаете, такая мечта. Вкусно. Вкусно. Сытно. Слушайте, ну, ребрышки не разочаровали. Но я плюс-минус и ожидала, что будет такой результат. Что они не будут прям разваливаться, но они не жесткие. Если кому-то интересен рецепт, подумаю, стоит ли его вообще писать, потому что получилось не идеально. Будем дальше экспериментировать с домашней кухней. Ну и все. Всем пока. Посмотрите, что здесь происходит. Сейчас я открою духовку. Боже. О, боже. О, боже.